Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи», в студии Мария Рудая. Сегодня у нас в гостях старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России Анжелика Владимировна Евдокимова. Анжелика Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с вами собрались здесь не случайно. У вас 25-го будет профессиональный праздник у всех сотрудников вашего управления. Расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее. Да, 25 июля уже в пятый раз мы будем отмечать наш профессиональный праздник, который был учрежден постановлением правительства в 2013 году, День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Вектор направления деятельности – это качественное расследование в разумные сроки уголовных дел, это соблюдение конституционных прав граждан, это выявление и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, особенно это преступления против детей, коррупционные преступления, преступления экономической направленности, это налоговые преступления, невыплата заработной платы. Конечно же, преступления ятрогенного характера, это ненадлежащее оказание помощи медицинской. И, естественно, это восстановление нарушенных прав граждан и возмещение ущерба, причиненного как потерпевшим, так и бюджетной системе Российской Федерации. Но это такая очень большая и обширная работа на самом деле, да? Да, действительно. Работы хватает. Анжелика Владимировна, ну вот само следственное управление появилось, вот Следственный комитет, 15 января 2011 года. То есть ведомство, по большому счету, совсем новое, но уже такой большой вот разброс, вектор направлений. Как самостоятельное ведомство, Следственный комитет был образован действительно 15 января 2011 года, когда был издан федеральный закон о Следственном комитете. Вот именно с этой даты мы отсчитываем, ну, так сказать, свое современные летоисчисления, как Следственный комитет в современном виде. Следственный комитет вышел из органов прокуратуры, и главная цель вот такого разделения была сделать следствие более независимым. Это получилось? Это видно на практике? Да, конечно. Действительно, вы сказали истину. Это было основной идеей, основной мыслью отделения следствия от надзора прокурора. Это получилось. Мы сейчас работаем в конструктивном взаимодействии с органами прокуратуры. Они, прокуроры, надзирают за расследованием уголовных дел, поддерживают государственные обвинения в ходе рассмотрения уголовных дел в судах, ну и другие свои надзорные функции выполняют. А следствие, что ж, мы расследуем уголовные дела, и, как показывает практика, ну даже последнего времени неплохо, да, я думаю, у нас это получается, что об этом свидетельствует. Конечно же, и могу сказать, что из количества вот находившихся в текущем году уголовных дел у наших следователей больше половины завершено расследованием и направлено в суд, и уже либо рассмотрены с приговорами обвинительными, либо находятся на рассмотрении суда. У нас почти вдвое сократилось количество приостановленных дел. Но это когда дела не раскрытые. Повысилось раскрываемость убийств практически 100%, более 95%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 100% раскрываемость, 100% раскрываемость изнасилований. Можем также к себе в заслугу возмещение ущерба. Это тоже одно из направлений нашей деятельности. Почти 70% от суммы причиненного ущерба делами экономической направленности возмещено в ходе расследования. Ну вот здесь, наверное, очень большая заслуга как раз вот следователей, тех людей, которые находятся непосредственно на месте преступления. Конечно же, конечно, большая заслуга вот во всех наших таких положительных моментах – это человеческий фактор, это работа следователя. Ну вот нам со стороны это действительно интересно. Мы любим и сериалы посмотреть, детективные, и фильмы. Для нас это в новинку интересно. Но ведь на самом деле люди, которые в погонах, люди, которые работают в Следственном комитете, следователи, это ведь действительно те, кто не спит ночами. Да, работа следователем – это тяжело и морально, и физически. Поэтому у нас проводится очень тщательный отбор сотрудников на работу. И, конечно, тот, кто остается в профессии, ну, это
люди, конечно, как сказать, и высокопрофессиональный раз, и устойчивый морально, и беспристрастный, и неподкупный. Еще много-много всяких разных эпитетов. Я, потому что действительно глубоко уважаю всех наших следователей, каждого в отдельности, и весь наш состав следственного управления, потому что вот тем количеством, которое у нас есть, это 50 следователей на всю область. Вот тот массив уголовных дел, которые они перерабатывают, а это порядка 800 уголовных дел ежегодно, конечно, не каждому под силу. Вот разделите 800 дел и 50 следователей. Анжелика Владимировна, вот до этого вы сказали о том, что проходит действительно серьезный отбор кандидатов в будущие следователи. Наверное, здесь во многом помогает как раз-таки Институт общественных помощников. Да, это одна из ступеней для того, чтобы стать следователем. То есть студенты где-то на третьем-четвертом курсе могут попробовать свои силы в следственной работе и стать общественным помощником следователя. Это работа на общественных началах, но как раз в период этой работы парень или девушка могут попробовать свои силы, посмотреть, подходит ли им эта профессия, подходят ли они к этой профессии, потому что также на них будут смотреть и наши следователи, руководители межрайонных следственных отделов. И если молодой человек себя зарекомендовал, если он почувствовал, что это его, он с этим справится, ему это нужно, потому что, как я сказала, это очень тяжелая работа, она и морально тяжелая, и физически тяжелая. Вот. Он получает рекомендации наших сотрудников, проходит необходимые тестирования и уже может претендовать на работу в Следственном комитете. Но это ведь призвание, ведь правда же? Безусловно, это призвание. У нас случайных людей в нашей профессии не бывает. Они, возможно, насмотревшись каких-то фильмов, которых сейчас очень много, начитавших детективных романов, мечтая о форме, об удостоверении, придут к нам в профессию, возможно, даже и на первоначальных этапах пройдут все наши тестирования. Но вот именно вот эта глубинная работа, когда они столкнутся один на один с людским горем, когда они столкнутся с бременем доказывания, потому что не все же лица, которые совершили преступление, откровенно рассказывают, раскаиваются. Очень много противодействия сотрудники получают со стороны подозреваемых, обвиняемых. Они выдвигают самые различные версии, придумывают. Тут адвокаты на их стороне работают. Вот. Поэтому это все надо, конечно, преодолеть. И конечный результат. Но тут следует отметить, что не во всех случаях мы, конечно, работаем на вот этот репрессивный конечный результат. Естественно, это убийство, да, преступление против детей. Человек должен быть наказан, как сказал Жеглов. Он должен сидеть в тюрьме, и он будет сидеть. Вот. Так и у нас, конечно же, и убийцы, и насильники. Вот. Все они сидят в тюрьме после того, как в отношении них эта вот стадия прошла предварительного расследования, да, дело рассмотрено в суде. Но есть и категория дел, по которым главным является не репрессивный конечный результат, не наказать человека, а именно восстановить нарушенные права потерпевших. Это я говорю о преступлениях по невыплате заработной платы. Вот когда это также налоговое преступление, это ущерб, причиненный бюджетной системе. Вот. Это какие-то экономические преступления другого характера. Вот здесь самое главное в нашей работе, это чтобы не прекратило свою деятельность какое-то предприятие, где перед работниками образовалась задолженность по заработной плате. Да? Не ликвидировать это предприятие, не приостановить его работу, а чтобы работники получили заработную плату. И вот когда руководитель, осознав, что он не прав, что деньги, которые у него появились в кассе на счетах, нужно направлять не на какие-то хозяйственные нужды, а на выплату заработной платы работникам, и он погашает задолженность, вот, и также по налоговым, да, когда человек, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, да, либо руководитель предприятия понимает, что он должен заплатить налоги, и он их
выплатил в полном объеме, с учетом пени, штраф, которые были насчитаны налоговыми органами, вот тогда при таком раскладе это полностью возмещенный ущерб. Это ходатайство со стороны адвоката, потерпевшего, согласие его на прекращение уголовного дела, уголовного преследования. Вот в таком случае уголовные дела прекращаются. К этой же категории можно также отнести, например, вот такие резонансные дела, как мы называем ятрогенные. Это оказание ненадлежащих медицинских услуг, да, медицинского характера. Услуг ненадлежащих медицинского характера. Вот сейчас иногда можно прочитать. Массированная атака на врачей, да. Вот прямо они боятся практически к пациенту подходить, потому что сейчас следователь тут же придет по любому поводу и накажет. Нет. Почему мы возбуждаем уголовные дела? Почему такое пристальное внимание этим моментам? Потому что, да, с одной стороны, это человек, его здоровье. Но чтобы разобраться, вот от чего был причинен вред здоровью, либо, да, в некоторых случаях смерть пациента, от действий ли врача, либо это какое-то стечение других обстоятельств. Поэтому в каждом случае возбуждается уголовное дело, проводится тщательное расследование, причем это порой даже бывает и не одного года, поскольку там проводятся сложные, комплексные судебно-медицинские экспертизы, и не одна, и не только в нашем регионе, а и в Москве, и в Питере. И только после этого следователь, получив всю необходимую базу по делу, принимает решение. Виноват врач в смерти пациента, либо не виноват. Ну, то есть тут тоже главная задача не наказать врача, а выяснить правду, что произошло, так? Ну да, конечно. И я вам хочу сказать о том, что 7 уголовных дел, прекращенных в этом году на стадии предварительного следствия вот по таким делам, против 3 уголовных дел, которые были направлены в суд в отношении докторов, свидетельствует как раз об объективности, я думаю, следствия. Анжелика Владимировна, сейчас у нас век информационных технологий, да, и наверняка вашим следователям, сотрудникам Следственного комитета каким-то образом приходится внедряться в интернет. Во-первых, наше присутствие в соцмедиа. Страничка Следственного управления есть уже и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и на Ютубе, и в Твиттере. То есть этим мы говорим об открытости и еще плюсом какая-то коммуникативность, да, еще при общении с людьми. У нас интернет-приемные, то есть человек не обязательно должен лично прийти в следственное управление либо написать письменное заявление, он может это сделать посредством социальных сетей. Профилактические мероприятия мы очень широко распространяем, памятки, предупреждаем родителей по поводу безопасности детей, предупреждаем какие-то другие моменты, потому что наряду с расследованием уголовных дел, конечно, сейчас очень большое внимание нами уделяется профилактике преступности. И это, надо сказать, дает свои положительные результаты. Вот в том сегменте вообще снижение преступности в регионе происходит уже на протяжении последних лет. И снижение тяжких, особо тяжких преступлений. Мы это тоже относим к тому, что проводится нами профилактическая работа. И убийств стало меньше. И криминальных смертей в результате побоев тоже стало меньше. И изнасилований стало меньше. В этом году вот по результатам мониторинга, как правило, это сеть интернет, было проведено следователями 13 процессуальных проверок. И в результате этих проверок было возбуждено 3 уголовных дела. В прошлом году 4. Анжелика Владимировна, к сожалению, наша программа подошла к концу. Я вынуждена с вами попрощаться. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам, ответили на вопросы. Приглашайте. У нас еще очень много тем для разговора. Спасибо большое. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До встречи на телеканале «Город».